А что если сыграть без артефактов? Поначалу все смотрелось даже очень неплохо. Так, хилк, подведи же на джаге. Ой, хорошо. Мы проводили даже очень неплохие драки. Опа, и такой хукшот меня. Понял. Ух ты. Дядь, ну вот так делаю. На мне точка. Есть. Хорошо. Красава, дядь, лучше. Но потом что-то пошло не так. Мы начали люто косячить. Вообще ни за что здесь деремся. Мы без предметов просто и идем за Т3. Ну я не понимаю, зачем, почему. Но мы эту катку так и всадим, походу. Ты, ух ты, отдает что ли? Хилка, джаггер, брат. Хорошо. Ой-ой-ой, чулочек. Так, хилку подконтрю. Получится ли у нас добиться здесь какого-то результата или нет? Смотрите видос до конца. Ну такая тяжеленькая будет. Ой, меня щелочек убивает, ребята. Ладно, я заморожу его и я в таверну. Блин, ну походу... О, прям под ТП он его, прикинь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аксанас. И сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если сыграть без артефактов? Да, сегодня мы будем играть без артефактов, но... Есть одно условие. Одно. Чтобы нам не было так люто тяжело. Люто тяжело. Мы сегодня придумаем тему такую. Можно взять сапог. Можно взять ТПшечку, хилочку. Ну и все. Больше ничего. Больше абсолютно ничего. И сегодня попытаемся таким, так сказать, билдом выиграть. Если будет овер хардово, конечно же, отпишем такую катку. А если будет овер изично за первую игру, то во второй игре мы сыграем полностью full контакт без артефактов вообще. Поэтому вот такая вот у нас тема. Сегодняшнюю игру нам будет помогать делать... Кто там на проводе будет помогать? Да-да, я Антонио. Вот. Будет помогать Антонио. С Антонио сегодня мы решили вот такую вот каточку сделать и посмотрим, как у нас будет происходить эта вся в целом игра и получится ли у нас что-то. Ну и, конечно же, перед началом данного видоса, ребятки, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на YouTube канал. Ну и не забывайте написать хороший, добрый комментарий. Зашла ли вам эта катка? О, так. Там еще зомбака предложили. Кстати, зомбак неплохая тема, я думаю. Но с маной, конечно, будет лютая проблема. А, мы, короче, просчитали примерно пик. Блин, там все физушники. О, найс. Ну, быстренько ре и погнали next. Ну что, ребята, сделали мы ре, и я немного решил поменять героя. Так как у нас не будет хватать маны, я думаю, нужно взять кристаллку для того, чтобы у нас было как-то немного полегче, что ли, чтобы мана была, и чтобы был какой-то смысл. Ой-ой-ой-ой-ой. Если честно, я не знаю вообще, что выйдет с этой катки, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Посмотрим. ЦМ-ка и так может, в принципе, раздавать и без слотов. Тут в чем прикол? Тут же артефакты никакие собрать нельзя. Ребят, напомню. Напомню. Сапог. Мана. Кларетка. Кларити. Мана. Хилка. Кларити мана. Хилка. Салви. И ТП. Все. Больше ничего нельзя. Вот так вот напишем. На эту катку такие ограничения. Опсы. Опсы продавай. Опсы можно или нет? Как думаешь? Вот дилемма. Не знаю. Ну давай, так как это первая лайтовая, пусть опсы можно будет, окей? А потом без опсов. Так как это лайтовая, то опсы хрен с ним можно. То есть, ну, сыграем, можно так сказать, это без артефактов, но с расходниками. С такими ограничениями, да, что ботл нельзя, но с расходником все равно. Ну вот как-то так вот. Ну давайте, ребятки, первую игру такую в небольших рамочках, но чтобы посмотреть, насколько это хардово. Если это сейчас изи, если мы сейчас вперед ногами их выносим, то мы берем, меняем. Че, подеремся? Если по... Да, ты уже тут, окей. Блин, ну огра, конечно, бить. Я замедлил вот так, да? Блин, она еще хилит. Надо было инчипетку душить. У меня сейчас первый уже откатится. О, я перел. Хорош. Ну, хоть убили.
Да, забрали, но... Ну, все равно ты как бы сап. Поэтому норм. Ну, пойдет, пойдет. Ничего страшного. Ну, надо было нам изначально энчант рубить. Не знаю, почему я так начал огра колотить. Тупой, наверное. Ну, блин, а че я спрашиваю? Тупой, наверное. Конечно, тупой. Конечно, тупой. Удачи и веселой игры. Когда чел залагал после ФБшки. Да. Так, я, наверное, буду здесь играть. Новую я взял чисто на замедло, на руне. Это будет намного лучше, чем Фростбайт. Потому что Фростбайт на руне особо ничем не поможет. Особо ничем не поможет. Так, ну эта курочка захилится. Ух ты, Денайт, нифига себе. У нас инча на миду Денайт. Я, блин, того не знаю. ТПшки ж можно покупать? Кого? ТПшки. ТПшки можно, да. Почему нет? ТПшки можно, бро. Я сейчас постараюсь подмаксить для вас. Вообще желательно... Ну, я типа возьму такое, расфарм билд. Через мидас, как говорится, да? Без мидаса. Через мидас, без мидаса. Через мидас, без мидаса. Блин, это... На самом деле, наверное, это очень сложная будет катка. Но посмотрим, как это выглядит. Блин, добивать, конечно, тяжело. Когда еще и конкурирует в ласт-хите. Ну ты, блин, крыса. Давай вот без вот этого, ну камон. Без читов. Ну типа, блин, вот эти подлаги. Я надеюсь, он не сломает нам контент, этот чувак. На Слардаре. Надеюсь. Так. Я, наверное, сейчас тройку возьму. Фига там ребята убивают. The violence. Хорошо. Тут руны наши друзья. Руны наши друзья. Без слотов бегать нельзя. Фига я. Без сочинять. Катку. Подожди. Без слота не выиграешь и катку против лоха. Его придумал. Вот это жиза. Не шиза. Зато денег много будет. Денег много будет. Эй, ты куда идешь, Курочкина? Хилочек юзай. Просто Небольшой Но пока что у меня нормально. Не знаю, как там у вас. Я эту взял. В тройку, в двойку. Мана хотя бы немного должна быть. Мана хотя бы чуть-чуть должна быть. Имеется, как говорится. Все, в тройку возьму. Два манорегена, я думаю, вам хватит на команду. Два манорега. Вот это, смотри, какой. Два манорега, я думаю, вам хватит. Два манорега. Все, она антач вкачала в тройку, теперь я вообще и ударить не смогу. Так, а можно же себе соло куру купить? Хотя бы. Это только для чека, ну хотя ладно, для расходников. Да, для расходников, почему нет? Лагает, а мы поняли, что лагает уже, друг мой. Sounds interesting. Так, ну что с инчой делать, я пока не могу представить себе. Ой, Джаггернау! Знаешь, прикольно, когда он начинает раскручиваться и моментально умирает, потому что у него 50 хп. Прерывается фраза, да? Так, ну... Блин, не заберется. Ладно. Но я не мог подольше потанчить. Джаггернаут. Блин, тяжело, однако, без слотов, да, будет? Я так чувствую, что-то. Потяжелее, чем со слотами, конечно, будет. Ну, так-то да. Скорее всего, да. А сейчас самое тупое, у меня маны не будет хватать на ульт тот же. Самое тупое, маны на ульт хватать не будет.
Ну, будем стараться. Будем верить. Будем верить в то, что мы можем. Так, мне же еще ТП-шку можно носить. Что-то я так тупанул. А я без ТП-шки стою. Блин, круто было бы, если бы манго можно было, но манго я не обуславливал, поэтому манго брать не будем. Вообще, хилку, манку, блин, там такая заруба сочная, да? Побежали, сходим. Заруба сочная. Восточная. Sounds interesting, говорит цементка. Трана финкер. Вижен есть, да, походу, у нее? Ладно, тогда стоим фармим. Даже не знаю, как тут правильнее. Левел я проапал. Ребяткам. Тройку, чтобы заряжать. И надо, наверное, фулл актив играть сейчас. Для того, чтобы мы могли перебивать их. И не давать им качаться. Сейчас еще вот этот левел подниму. Шестой. Хорошо. Есть седьмой. По максимуму быстро постараться. У нас хорошо, у нас персонажи такие. Херокиллеры получаются. Не мусур. Не мусур, да, херокиллеры именно. То, что нужно. 2 секунды колбы. 2 секунды возьмем. Так, пойду вот здесь. Под треком, по идее, у нас сейчас вообще кайф будет. Опа, там Рики с хостой, дядь. Вылазит снизу. Тебе ГГ, пиши ФФ, дядь. Смешно выглядело. Я просто поворачиваю экран, и Рикимару от ножа падает. Там инчапетка убежала, дядь. От моего клинка. Ой, промах, как хорошо. Ну я ТП дам. Сколько? 125? 325 МП надо. Буква. Вот так попробуем. Ох, нифига продропала ее. Жесть. Обычно так жестко не дропает. Видел прям вообще? Да. Сразу мгновенно слила. Но они рандомно же эти всплески появляются. VR Electric. VR Arcade. Опа, нам главное треки собирать. Музяку ставить. Так, все. Че говоришь, варды можно покупать? Опции. Да, опции можно. Это первая катка лайтовая. А вторая катка хардовая, вообще без ничего будем. И надо будет, возможно, пик поменять. Что-то каких-то героев. Нужно будет вижен какой-то. А днем кто у нас без способностей хорошо видит? НС ночью хорошо видит. Можно будет рядом с НСом, да, чудеса творить? У меня ТП пока что КДшечка. Плохо без маны жить, конечно. Ну, я по максимуму выкачал уже. Кларетки носи. Угу. На кларетках всегда, на пассивных регенах. Можно хотя бы как-то. Еще купить можно 10 клареток. Да. Типа, только почему тут... нет? Только на стримах ксенадит. Чего? Что за хрень несет этот киборг? Скрытая реклама. Очень скрытая. Гоу. Дышить. Мне кажется, можем. Вот так вот дели. Хот-дог дели. Я сделаю вот так вот. Мне надо вот... Вот так вот. Ты живешь? Нет. Живешь, дядь. У меня Новый год тут ЦМК устроила. Новый год. Главное под... Нет, нормально. Главное под треками все заряжать. I'll take care of it. А ну стой. Нет, на сюрикен маны. Ну, забей туда. Вот ты что, мне не души. Рики под ногами у меня. Не могу пройти. Жесть, тяжко будет, слушай. Тяжко будет. Рики под ногами закрисил. Так, ну, вообще наша сила тут это вместе сплей. Да, Джага плюсы качает, дядь. Как я и сказал. Ой, бро. Джага, как я и сказал, будет плюсы качать. Он их реально качает. Это инвизинбах.
Хилку Макси и год драться, ну по-другому никак. Трэш, хорош. Трэш. Трэш, я сейчас двойку дам еще. Нам надо вот так играть, как вот сейчас играем. Вот, вот это наша сила. Мы сейчас очень сильные. Дальше намного слабее будем. Намного слабее. Я фростбайт подмаксил. Нам нужно, главное, вот этот зацеп и все, и грызть. Грызть, грызть, грызть. И так толкать. И так и пушить. Как там товара пушить? А? Урона вообще нет по товарам. Как там товара сносить? Ну вот как-то будем, дядь. Надо вот именно сейчас уже начинать действовать, иначе мы к 30-й минуте прям очень сильно просадимся. Можно взять, знаешь что, вообще, мне кажется, очень легко будет без артефактов, условно это на аурах, да, какие-то Тракса там, Луна, вот эти герои, они прям без артефактов тоже очень быстро пушить будут, и, кстати, можно рассмотреть, опа, чувак, здорово, блин, жалко, вдвоем горим. Ой, найс, он его забашил. Понял, да, на это, на Траксе, на Луне. Там на Джаггере чисто фаст пуш. Но мы, как говорится, легких путей не ищем, поэтому вот так вот как-то, ну, тоже интересно должно быть. Вон, тавр ломаем же. Чё нет? Красиво, вон, сломали одну тэшку. И за всю игру одну тэшку. И дальше ломаем. Джага там дерется. Можно Т2 пойти попробовать. Миди Аюштха. Аюштха. Вот я не знаю, имеет ли смысл вообще тут ластхитить? Типа, потеть над ластхитом, знаешь, типа, потому что покупать-то ничего не надо. Нареза и так хватает. Да, нареза хватает вообще по максимуму. Вот я думаю, типа, смысл то, что мы ластхитим тут что-то. Ластхитить не надо ничего. Так, фростбайт размаксил. По максимуму сделал. Без пули ГГ, да, походу? Да. Виспик. Слардар под тэшку встал. Умирает. Вот так сделаем. Подбайтим. Все, отлагал. Таракан вонючий. Слардар манго взял. А я вижу. Я вижу, вижу. Иди сюда, куда ты без хп полетел? Оу, пока он один. Он Кату, блин, потеряем, правда, сейчас, жалко. Вот здесь в кустиках стоит. И забавный чувак. Опа, и такой хукшот меня. Понял? Ух ты! Дядь, ну вот так делаю. На мне точка. Хорошо. Красава, дядь, лучше. Пойдет. 400 маны. И давай. A new challenger. New challenger, это этот автомобиль какой-то? Да, дочь challenger. А что тебе надо? Да что тебе надо? Она хочет убить тебя, дядь. Кажется, мы тут сейчас фиданем. Шукера не было. Виспа нету. Надо вместе, вместе, вместе. Только вместе сможем мы победить. Никто не сможет нас победить. Только вместе, вместе, вместе. Только вместе, вместе, вместе. Тут вард стоит, да? Может, на миде тавер донесем пол хп у него. Только вместе. Так, виспуля. Чаржи. Гоу, гоу, гоу. Смело можем. Так, я заморозил его. Кстати, найс, офигенный тайминг. Блин, крыса реки Марская, а? Январская. Ну, такое. Ну, пойдемте, мид, тэшка. Надо вместе. Вместе, вместе. Вместе. Так, хорошо, тут засаду сейчас сделаем. Вот так вот, засада пошла. Хорошо. Обманщик Хен. Хен обманщик. Хисен.
Давай, 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 дядь. Я не достаю. Блин, ну нам здесь ни за что вообще драки, ни о чем. Ни за что не деремся. Крутилку, бро, даешь? Вообще ни за что здесь деремся. Мы без предметов просто и идем за Т3. Ну я не понимаю, зачем, почему. Но мы эту катку так и всадим, походу. Жесть, конечно. Они там уже фраги. Левела, у них левела, как у нас уже. Это очень плохо. Нужно собираться, просто идти. Этим пиком можно выиграть все равно. Зацеп есть, метки есть, кнопки есть. Драться можем, но, блин, так вот это тупим, жесть. Без артефактов сложновато. Мартретки уже там, доминаторы, там, ПТшки. Конечно, такое. Мы можем так, реально. Самое легко, мне кажется, этот, ну, типа, этот видос сделать было бы этим. Рили, каким-нибудь там, не знаю, пиком пушеров. Вот это, Тракса там, да, вот такие вот персонажики. Мне кажется, прям вообще на изи. Зацепить бы, эх. Джага идет там? Жесть, у нас хп потерялись просто. Хп потерялись. Джага приходит, можно работать. О, хилка пошла. И работаем. Так, хилку подведи же на джаге. Ой, хорошо. Хилку не контролит на джагере. О, наконец-то доконтролил. Нет, не на. А, и промах еще вылетел у меня, прикинь. Промах. Да, Джага, конечно, без хилки замакшенной такое. Он еще ее не подконтривает. Блин, на такие роли мне надо садиться. Чтобы можно было прям грамотно делать. С хилкой можно такие вещи творить. 23 тангуса. Жесть там. Ой, бро. Альтрана Финкхир. Джаги хилки реально нету, это очень плохо. Блин, они уже резнулись, мы до сих пор не спушим. Оп, хорошо. Ну такая тяжеленькая будет. Ой, меня щелочек убивает, ребята. Ладно, я заморожу его и я в таверну. Хилка в 4, найс, хорошо. Хилка в 4. Блин, ну походу... О, прям под ТП он его, прикинь. Найс. Прям под ТП он его. Ну вот, вот, мне кажется, вот если бы не нафидели там по лесам, полегче было бы. Пушить не можем, откидываются, клок влетает, ГГ сейчас диффуза будет. Очень тяжело будет. Не факт, что даже потянем. Вообще не факт. Мне кажется, мы уже проиграли. Вот, да, вот, мне тоже кажется. Мне тоже кажется, что уже мы проигрываем прям очень жестко. Очень жестко. Но это, как говорится, первая попытка. Не знаем, что будет. Выразимся так. Не знаем, что будет. Инча там что-то в кустах стоит. Инча-то там что-то. Инча там. Надо под треками, под хилами. Прям вот, вот это самое важное. Ну. Хорошо. Все, пойдем. Типа, мне кажется, через Траксу, через Венгу даже и через Джаггера изи ломаться будет. Прям изи-изи. Ну, типа, эти герои, которые просто бьют, стоят. У них очень много дэмэджа без артефактов. Но видишь, мы тут немножко по-другому решили. БХ, чтобы стэмпить. А потом Джага хил, это само собой. Висп на подхилы тоже. Но висп тут, походу, не нужен. Вместо виспа, виспа можно Венгу. На ману и вместо Слардара Траксу. Вот, вот такой вот билд будет прям вообще-вообще, мне кажется. БХ дает вижен все равно в любом случае.
Вот, и как бы, мне кажется, вот такой прям билд был бы... Ой, билд, ну, выбор героев. А, это Огур. Огур. Вот, как бы, мне кажется, было бы пушечно. Я думаю, так вот прям на изи затащили. Ну, первая катка. Сейчас посмотрим. Джаги очень тяжело контролить и хилку, и себя. Видно прям. Тяжеловато. Мне кажется, такой билд прям пушкой была бы. Персонажи. Нифига, Огр умеет тавр бафать. Офигеть. Чувак-то не из робкого десятка. Кажется, Слардар отъедет сейчас. Оп, подморозило. У морозильник есть. Хорош, приняли, если прыгнет кто-то там. Но я могу с кустов кастануть здесь. Вот так сделаем. Забурстить, забурстить. Да-да-да. Ну, это максимум, что я могу раздамажить как. Это максимум. ЦМ, вот эту сможем? Надо кроме инчи просто разрубить. Да, я не... инчу только с моего ульта убивать. Ну, блин, я не знаю, вон они там инчу приняли. Попробуем. Опять-таки беготня, нам нужно подрались и пушим. Го, вот этого побьем немножко. Чуть-чуть совсем. Как будто просто встал АФК и ничего не нажимает, чувак. Нормально пойдет. Но крипы нескончаемо идут. Блин, ну Слардар тоже он догоняет, станет, тоже удобно. Но все-таки тут задача не догонять, а именно спушить быстро, вовремя. Ну, next, тогда вместо Виспа и Слорда Венга плюс Тракса надо попробовать. По-любому будем догонять под моими треками. Да, вот, типа, под треком. Я и думал, что, ну, типа, трек хорошо поможет догонять. В ХГ, мне кажется, нет смысла ломиться. Они еще не выкупили, что у нас этот... Чисто на хилках игра. Вообще жесть, конечно. Ух ты, смотри. Вот туда. Где туда? Там узко. Можно драться. Там, где узенько, можно драться. Без ультов. Че там по золоту? Нормально. Нормально. Там, где узенько, можно драться. Да, там, где узенько, можно драться. Нужно даже. У нас же массуха. ЦМ-ка очень жестко. Душат, а если там уже не узенько? Если не узенько, то уже ГГВП. Ой, как сейчас вот домогнет. Дядь. Хилка есть, хорошо. Еще хилка есть. Где-то тут Рики Мартин побежал. Ричи Мартин. Опа. Вот так, подошел, умер. Проверяй. Хорош. Вот так делал. О, Рики в кучу туда зашел. О, я в БМ, что ли, ультанул? БМ. Вот так у Клока уже должен был БМ закон. Ну, блин, Джага не контрит хилку. Он даже не подводит ее. Он поставил ее в кустах там и стоит. Ну, надо контроль у него просить. Но он просто ставит ее и все. Немножко не хватает ему. Хилочка. Все, я на хилке буду дополнительно. СПС. Просто, ребятки, мы пишем, получается, ребятки рандомные зашли. Рандомные подписчики, выразимся так. Вот, и я не знаю, кто как играет, но вот если я, допустим, условно пишу с ребятами, в которых я уверен, да, то есть, что они там под контр, там вообще настолько легко все пишется, делается. А тут, видите, какая проблемка. Немножко вот Джиггернаут чуть-чуть не успевает. Не успеваю, там на меня Морта пригнула. Вот, ну тяжеловато Джиггернауту. Не успевает, поэтому хилку будем на себя брать, если что, под контр. Блин, там 2 БМа, прикинь уже. 2 БМа. Жестко. Жестко. 2 бимека. Допушивайте, допуш, пуш, 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 пуш. Хорош, Макру заберут и запушат, да? Тэшку. Тэшку добить. Хорошо, мужчины, мужчины. Найс. Блин, ну, медленно, ну, ползем в горку, да? Скоро, кажется, мы остановимся. Ну, вот сейчас БМ-ки, да, я БМ-ку падаю. Ошибка, я ошибся. Ну да, можно и так сказать. Но с другой стороны... Не знаю.
Go топ. Ну, блин, я бы Т2 внизу забрал, хотя нам золото не нужно вообще. Ну, попробовать может. Ну, го, попробуем. Пробуем. Блин, а прикинь, вообще без вардов играть. Что-то... Ну, попробуем. Можно попробовать вообще без слотов на тех героях, которых я предложил вот сейчас. Второй вариант. Это у нас там Тракса, Венга. Мы сможем смело пушить, причем пушить от ранних левелов. И герои, причем, очень крепенькие. Я думаю, все получится. Так, вардов тут нет. Ой, дядь, ты че там? Не погибай, молодым. Кири, походу, умер. Чулочка. Заберем. Хорошо. Хилку. Опа. Нормально. Пойдет. Пока живем. Так, хилка минусом. У меня, если что, есть ульта. Ульта, но боюсь, я БМ-ку расколочусь. Блин, как же отпушивать будет. Ну не зайдем нифига. Пока минусы не дадим, не зайдем. Минусы не дадим, походу не зайдем. Надо, чтобы они вышли. Винчигем. Винчигем, да? Хорошо. Жестко, тяжко. 600 мана ульта берет у меня. Очень много, конечно. Ну, в ХГ засели просто, будут сидеть, походу, да? Надо выкурить их. Максимальный запас маны 793, а ульта 600 берет. Да, типа вот у меня проблема небольшая. Мне чтобы ультануть там, я не могу никого зафризить. Да, надо. Надо выкурить их. Так, в ХГ не зайдем. Так, в ХГ не зайдем. Блин, ну они вот вышли, да? Гем, Еул. Он ходит, девардит, дядь. Чекай. Чулочек идет. Не надо. Ой, мне ГГ, кажись. Ой, хорошо, не попал. Отлично. Где горелку мне кинул? У меня проблема со спины. Услил. Ну, я могу попробовать ультануть, но пока не могу. Пока не могу. Тяжко, блин, не знаю. Даже что и придумать. БМ-ка есть. Вот этого подсейвить. И пуст у него. Хорош. Вот так сделаем. Поможете, если что? Ой, хорош. От ХГ сыграли. Да что тебе от меня нужно? Ну, что вам от меня надо? Бей ее. Хорош. Попали таки. Попали таки. Нормальную драку сделали. По 50 секунд они ресаются. Неужели сейчас получится подспушить немножко? Погнали. Нормальная драка, да? Вообще без слотов. Мы так тяжко деремся. Камон. Прям тяжко. Джаггера только потеряли. Джаггермейстер. Мы ее не убьем. Ее можно так чисто пошугать. Все, это максимум, что можно сделать. Ой, ой, жалко. Она умрет, да. Да, гемчик. А если я байбэк, то все прибегу. Ну, не уверен, что получится. Я гем... за гемом иду. Блин, надо отходить. Хилку разбили. Ну, я гему ношу. Джаггеру тоже ГГ, скорее всего. Вот так сделаю, замедло накину. И убегаем. Все, гем я на базу. Блин, жестко. Жестко, тяжело. Надо вместе прям. Вместе прям. Это как Джага там не убежал еще, блин.
Можно же было в кусты какие-нибудь свернуть. Ладно. На топе суета какая-то, да? У нас низ подпушивается. Блин, они молодцы, отпушивают оппоненты, не это. Не глупее, так сказать, не глупее. Сейчас вместе соберемся, пойдем. Если бы не инча, мне кажется, мы бы уже запушили. Да, да, ее долго убивать, нас нечем ее убивать. Прям вообще очень, очень тяжело. Хоть как-то плюс-минус играет. Собрал, да, худ. Да. Худ, да, что-то там магию какую-то доджит. Молодец. Реально. Тут есть руна Мусур. Мусур руна? О, хорошая руна, кстати. Так, я закупился. Че, пойдем еще долбиться? А у нас нет выбора. Гоу. Опа, вот здесь го. Успеем, по идее. Вардик ставлю. Хорошо, какой краш. Уай, додумалась Юл, но поздно. Найс, найс. Блин, ну я инчу заморожу и отойду. Ну тут сейчас, не знаю, без Джаггера тяжело будет драться дальше. Убегай, дядь. Без Джаггера тяжело дальше драться. Вот тут еще раз заморожу. Но нечем убивать ее. Нечем. Нечем вообще, от слова вообще нечем. Забашила, прикинь. Ладно, у нее башер КД будет. А, я сдох. Блин, печально. Слушай, но походу этим пиком, который у нас сейчас, вряд ли мы выиграем эту катку. Вряд ли. Надо пробовать через Траксу и Венгу. Притом оставляем все так же. Джаггера оставляем, БХ оставляем и ЦМ-ку. И попробуем вот Венгу и Траксу. Стан будет, да. Будет свап какой-то, минус армор. Также, в принципе, нам этого должно будет хватать. Ну, кстати, под амплификацией инча должна, по идее, сдохнуть. Если там стан, амплификация, уль Джаггера. Джаггеру-то пофиг в ульте. Но только единственное у нее и ул, видишь? Мне бы как-то мой ульт, да, вот, преподнести красочно. Тяжко, конечно, блин. Там, смотри, там центрики были, Антох, очень много. Но не убьет. Юл нажмет. Ну, а может убьет? Думаете, убьете? Ой, да. Хорош, хорош. Я не столкну, пойдем. 70 секунд. Блин, я низ задую и побегу на ноге. Низ задую и на ноге побегу. Чтобы тут сильно не пушаились. Так, сделаем. Это максимум, что я могу сделать. Все, я бегу к вам. Правда, я это очень долго буду делать. 40 секунд уже. Ну заодно подваржу тогда. Джага хилку поставит там. Я думаю, вы должны сломать тупую. Ой, клок прыгнул. Дядь, на хилке работаю. Помогу. Я бегу к вам. На всех парах. Я уже на месте. Если что. Так, мне что-то, что мне в меня ЦМ-ка кидается? Ой, в ЦМ. Кристалка в меня тупо кидается. ПКБ? А, нет. Заберем крысу? Забрали, да? Блин, надо уходить. Джага рипнулся уже. Уже ГГ. Уходим. Слардар остался зачем-то. Чувак, это рэпчик. Чувак, это рэпчик. Эй, чувак, возьми трубку. Какие прогнозы на эту катку, дядь? Как думаешь? Мы не зайдем, мне кажется. Ну, по чуть бьем.
Э, привет, передавай там, кто там разговаривает. Так, ну, ладно, пятером. Отпушивают. Ну, они, кстати, смотри, если так провести какие-то параллели, то, блин, они с Аегисом не смогли ничего вообще сделать. Ничего сделать. Они-то растут, а мы нет. Да, они... Вот поэтому нужно рано именно работать здесь. У них там у Огра уже очень много слотов прям. Огра там, Бладстоун, что-то там такое. Вон, Рикки можем зацепить, кстати. Оу. Эх, куда ты летишь? Нормально все? Ты чё? Чел, ты не поторопился ли? Ну, слушай, вроде как забираем. Ой, еще и под треком. Все нормально, найс, найс, найс. А вот тут, кстати, подрастянулись еще они, да? Не, мид, гоу, вот сюда. 60 секунд без Рики, надо пользоваться. Хотя бы так. Нифига, я думал, мы газанули. Потому что у нее диффуза, он же себя все поснимать может нафиг. Я ему фростбайт, он себе диффуз. Но там парень несмышленыш немножечко. Очень страшно. Ух ты! Ух ты, ух ты, отдает что ли? Хилка Джаггер, брат. Хорошо. Ой-ой-ой, челочек. Так, хилку под контрю. Братка, ну я там... Блин, Огра отпустили, прикинь. Хилкой помогаю, как могу. Хилку разбила, курочка. Блин, у меня маны нет на ульт. Джаги, есть крутилка? Так, сделаю. Цепляйся. Че, висп стоит. Зацепись за меня. Очень тяжко, конечно. Блин. Ну такое, могли, мне кажется. Но сейчас уже не сможем. Дойти надо. Джаги, КД, все КД. Нам за наши кнопки нужно слить прям. Хорошо. Ладно. Вроде хорошая драка без Рикимара, но очень тяжелая. Прям хард. Прям хард. Хорошо, Антонио. Блин, ребят, очень хардовая игра. Даже, ну, тут видите, по пику немножечко, по рукам немножечко. Где-то ошибочки, где-то туда-сюда. И получается вот такая вот у нас игра. Надо ждать кнопки, от кнопок прям работать грубо. И на самом деле тяжелая игра. Это без расходников. Прям ребята там одеваются. У нас ребята уже не одеваются. А мы, в принципе, не одевались. Вот, и как бы немножко тяжеленькая такая катка получается. Впятером. Соберитесь. Минус надо дать и драться. Вот здесь вот. Смотри, там могут быть в центре. Там инча работала. Возможно, у Рики гем. Я не увидел, не прокликал. Ух ты. Но это плохо. Могу байбекнуться. Байбекнусь. Хорош. Сейчас врыв будет, да? Крипов, хорош. Ой, хорош. Так, ну я пока в стороночке. Хилку подконтриваю. Баш вылетел. А нет. GG. Джага крипов стоит, бьет. Кем забрал, сдох. Лагает, что ли? Да. Ну, ребят, это первая игра, как видите, ну, крайне тяжело даже с расходниками, без слотов, с расходниками. Тяжеловато.
тяжеловато без расходников. Но это все равно, как бы сейчас ситуация такая, ее можно попытаться как-то переворачивать. Но тяжело, тяжелая игра, прям максимально тяжелая. Но стараться можно. Можно здесь стараться, пытаться выиграть это. Но очень, очень тяжелая игра. Ребята там уже слоты одели. Вот здесь это огромное количество ошибок было. Там недоигровки были, да, где-то там. И в итоге выливается в то, что мы уже не можем. Нам нужно поменять два героя сейчас. Попробуем на next каточку поменять героев. Возьмем Траксу и Венгу. Вот, и я думаю, может быть что-то получится, потому что все равно как-то тяжеловато. Знаешь, если бы игроки были посильнее у нас, некоторые мы бы могли выиграть просто. Да, да, мне кажется, Джага чуть не доигрывает, он там хилку расконтрить не может, я за него хилку контрю. То есть, ну как-то немножко все-таки опыт тоже решает опыт в таких играх. Вот, поэтому... Поэтому как-то, ну вот как-то так, как есть, ребятки, сейчас. В любом случае стараемся до последнего, пока нас не снесут. И посмотрим, как будет происходить. Все, идем. Иллюзия тоже. Иллюзия сливает. Только не говори, что Джага сейчас ультанет. Хорош, не ультует. Надо. Фига, иллюзию полдня сливаем. Ураген, либо Уинти. Вот у нее ульт надо. Так, мне не подставляться, но я все уже. Я откис. ПКБ жмет. Блин, жалко, что я сдох. Джага хилку не ставит. В принципе, не поставит уже. Ну ладно. Ладно, мы старались, ребят. Good game well played. Good game well played. Скади покупает. Печалька. Вывод. Не можем в пятером. Плюс хилка не ставится. КЗ. Очень странный, конечно, геймплей. Но даже с таким джаггером можно это выиграть, но другим пиком немножко, дядь. Немножко другим пиком. Оппоненты молодцы, все-таки выигрывают. Выигрывают. Я даже не верю, что мы вообще тут что-то как-то сделаем. Но может, типа, знаешь, если там стороны будут у них подпушены, крипов будет очень много, и мы каким-то образом дадим минус 5, и у них случайно не будет байбеков, то можно хотя бы по стороне по одной сломать. Ну а дальше это может быть вечный деф. Вечный деф. Вечный деф. Unstoppable. Че, на БХ некстовую игру будешь? Ща подумаем. Ну, я на Траксе пойду. От меня левел, от меня мувы и все правильное ведение команды. На Джаггере, чтобы гарантированную хилку контролить. Ну, Венга, надеюсь, там. Так. Ну, не знаю, я тут сдохну. Соло бежать. У нас мид падает. Мы, я не знаю, я не смогу сейчас подойти. Но висп не хочет дефать это. Это плохо. Ладно, но он в любом случае тут ничего не сделает. Да, блин, жесть, да, Enchantress? Молодец какая. ГГВП пишет, видал? Типа, изи катка. Изи катка. Жесть, у меня 80 секунд реса. Я же без слотов, но с левела. Очень ценный персонаж. Да. Швыр, швыр, швыр. Швыр, швыр, швыр. Душат ребята. Ну, кстати, если под Т4 полезут, там, в колоде, знаешь, там, сфидят случайно, может, проиграют. Нет, не хотят. Эх, жесткие. Блин, ну, молодцы ребята. Все-таки взяли победку, можно так выразиться. Я на хилке, проверяй.
Опа, это Aegis of the Immortality, брат. Immortality. Хилка, я блочу. Рики стоит, думаешь, его не видно, что ли? Давай, цвирк ему, дядь, хорош. Сейчас и Мартру, кстати, отправим в таверну, по идее. Давай, давай. Оп, секунда, я ресурсуюсь. Хорошо. Пошла дискотека. Ой, ничего, тоже в таверну, да? И по миду, знаешь, так. Ван Вэем. Винкатка. Жестко. И по миду, ван Вэй. А, 70 секунд ресается курочка. Не так уж и много. А мне хватит времени. Мы даже, по-моему, даже не дойдем, по-моему, до Т-шки. Просто потов нет, урона нет. Да, долго будем это толкать, походу. И такие, знаешь, на довольных, на серьезных щах бежим ломать, но ломать-то не можем. Ломать не можем. А что если изменить правила и брать рапиры только? У нас есть возможность, кстати, рапиры брать. У вас есть уникальная возможность взять рапиру. Ну вот это, мне кажется, зря мы на топ полетели, хп потеряли просто и все. Так, ну 20 секунд рез, да, и мы как бы только идем. О, один. Да зачем мне хилку? Себе кинь хилку, ёба. Быстрее зарегенится. Блин, они уже резнулись. Не, ну это, блин, вообще жестко. Гора пиры. Ну реально, попробуем, а чё нет? И от дефа. Только рапиры. Только рапиры. Мне не хватает. Но я возьму, у меня одна будет. Только рапиры. Ну попробуем. Типа, блин, а чё нет? ХГ, го. Кода рапира. От ХГ, го. Только рапирами. Три рапиры вот у нас. Сокрет есть. Пойдем. Дефаем. Дефаем и в ХГ примем их. ХГ примем их. А чё, ну попробуем, раз уже все равно ситуация безысходная, я думаю, попробуем вот так вот. Без слотов, но вот рапиры возьмем. Но надо от дефа грамотно раскидать, иначе если сейчас рапиры отдадим, уже все будет конечное. Уже конечное будет. Б. Уже будет конечное. Ой-ой-ой-ой, смотри, отдается, дядь. Меня там нет. Ну, хорошо, что не сдохли сейчас, найс. Т2 можно будет подраться, да, тогда? Подеремся, попробуем. Тебя нет там, да? Ты далеко. Это плохо, надо отойти. Го, от ХГ, го. Джага зачем хилку поставил? От ХГ надо. Попробуем от хайграунда. Блин, хилкой зажал. Так, окей, смока есть. Но сейчас будет мега деф без хилки. Жалко, Джага просрал ее немножечко. Так, вот так делать. Что там, драка пошла, да? Рапира выпала. Ну, будет чудо, если я всех убью, конечно, тут сульты. Нет! Блин, ну мы пытались. Мы пытались. Рапира такая. Рапиры чисто лежат. Good game, ребят. Ну, первая игра у нас получилась такая. Весьма странно, да, но, видимо, нужно поменять все-таки двух персонажей. И, может быть, будет успешно. Затянули очень сильно. Вначале давали лютый отпор. И, к сожалению, ну, не смогли. Все равно не смогли. Немножко, может быть, подкачало то, что руки немножечко, да, иногда там не доиграли, там не доиграли, там тупанули. Ну и, конечно же, два героя мы сейчас поменяем. Мы поменяем сейчас Виспа и поменяем Слардара. Вот, и... Будем пытаться дальше. Будем пытаться дальше. Сделаем сейчас ре... Ну, будем пробовать, ребятки. А чё нет? Интересная задумка, все-таки не такая простая, как
Можно себе представить. Можно себе представить. Погнали. Ре. Ребятки, я за эту катку обязательно поставьте лайк. Мы пытались 50 минут, но, как видите, даже с рапирами уже не смогли не дать какой-то хотя бы им отпор. Давайте попробуем еще одну. Так, ну что, ребятки, некстовая катка у нас началась. Будем играть через Траксу и Венгу. На этот раз нету варианта проигрывать. Вообще нету. Беру Траксу. Берется у нас Джаггер. Возьмется Баунти Хантер. Возьмется ЦМочка и Джага с замакшенной хилочкой. Я думаю, мы дадим на левелах немножечко суеты и пойдем пушить. Блин, пуш, конечно, будет тяжело, да? Блин, опять Рикимару, да? 6. Ну ничего, у нас-то есть контрпик. Да, но Рикимару, блин, не будет давать бить, понимаешь? Такая Криса. Венгу, да, Венгу, да. Будем уроном. Качай стан и 2. Желательно на 10 ЛВЛ раскачка. 3-3-3-1. Вот так. Вот так сделать. Сларка взяли еще. Сларка еще взяли. Ну такое. Джуманакс. Джуманакс. Блин, я чуть в райсбенд не купил. По стандарту. Можно сейчас, кстати, с сапогами сразу в ФБшечку пойти. Гоу. Гоу на сапогах. ФБ. Пробовать сразу. На сапогах. Блин, я в прошлой катке вообще расписал, чтобы не брали мангусты, да, брали только кларетки и хилки. Но все-таки, может быть, сделать так, чтобы хотя бы тангусы можно было брать. Ой, тангусы, мангусы, потому что, блин, ну, на кларетках долго очень восстанавливаешься. Но исходя из того, что мы первую катку восрали, в принципе, почти в салат, я думаю, можно сделать какие-то поблажечки и как-то попробовать. Ждите, блин. Надо было ждать. Прыгать будет, да? Опа, хорошо. Все, 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 все. Наш, по идее. И успеваю за него. Проблотишь, если? Да. Опа! Нет! Ну, можем, кстати, дальше, мне кажется. Килл любого. Пуск подставился. Хорош. Мы с сапогами очень быстрые. Все, руну на топ кто-нибудь, рун. Я внизу забираю. Найс. Пойдет. Соло-куру еще взять, кстати. Вот на что деньги нужны. На соло-куру. И офайте сразу. Так, ну в этой катке уже, как видите, старт такой. Мы агрессивно забрали двух персонажей на сапогах. Немножко подработали. Я сейчас проапываю тройку, проапываю единицу, чтобы можно было душить. И можно работать. Я так думаю. Блин, денайт надо. Или не надо? Вот, денайт надо. А, ласхитить? Я не думаю, что надо. Блин, денайт, ласхит. Это не одно и то же денайт и ласхитить, дядь. Денайт это добивать, да? Правильно? Ласхит там называют убийство вражеского крипа. Обычно. Ласхит. Хотя, по сути, это последний удар, который можно... Ну да, ласхит, то есть он как бы переводится как, ну, крайняя тычка. Вот как бы и думай. Вот и думай. Ну ладно, чуть-чуть подынаем. Поласхитим, ладно. А, короче, ты понял. И на хилочке, на тпшке, на вардике. На все вот это вот в своем репертуаре. Ну, нормально, будем душить. Я уже тэшку принимаю за добивание. Опа, хуки. Хуки. Блин, у меня мана кончается. Что за дела? А, так у меня же есть возможность вечных клареток, если что. Так, и тпшечку. Все, найс. Что у вас там по лайнам? Да, норм, все. Ну и хорошо. Стоим, убиваем. Крипов. Они не убивают. Хорошо, по чуть тогда. Пуджом на миду, конечно, прикольно стоять.
Кто там? Кто там? А, бахашка стоит. Ну, мне кажется, мы его... Ну, тяжело задрачивать, но... Можно убить, но очень долго. Я пока фармию ее. Иллюзии на топе. А, там настоящая иллюзия одна у меня. Настоящая иллюзия. Че, задушите его? Я бегу. На сапоге. Может быть, подзамедлю. Хорош. Там еще хус к спине. Подхилю. Ну, ЦМ-ка разменялась, ладно. Но зато даем еще отпор какой-то. Надо 6-й левел мне в срочном порядке, и можно, ну, пытаться драться. Можно будет пытаться драться. Так, стрелы в тройку возьму, чтобы можно было забирать как-то. Там максимум. Стрелы в тройку. Ребят, не забывайте поставить лайк за наши старания. Подписаться на YouTube канал тоже не забывайте. Очень было бы прикольно, если бы поддерживали. Очень стараемся сделать грамотный, красивый контент. Как видите, тяжелая на самом деле вот катка сейчас, да? Прошлая очень тяжелая была. В этой катке неизвестно, что будет. Будем стараться. Будем пытаться улучшиться. В этот раз вот поменяли двух героев и посмотрим, насколько сильно это повлияет на нашу игровую, как говорится, стратегию. На этот раз у нас все должно быть в ажуре. Джага с хилочкой, которую я не должен подконтривать. Пуш есть и при этом хороший файт за счет Венги и Траксы. Я надеюсь, будет интересно. Напишите свое мнение по поводу этой катки, это очень важно. Почему? Потому что, исходя из ваших комментариев, я сразу понимаю, что вам... Как говорится, нравится, что вам понравилось. Вот как видос, а что если там вернуть, там, 2007, да? Вот в этом видосе очень много позитивных комментариев. Я прям, ну, прикололся, почитал. Прям, ребята, накомментировали очень много комментариев положительных. Прям кайф. Блин, мне нужно добить одного крипа. Тебя там трое в мире. Да, я вижу, мне... я одного крипа жду, чтобы... Хорош, вот так вот. Найс. Есть ульт. Ульт ждал. Все, я мид толкаю. У меня ульта есть. Сейчас Т включаю, тройку. И поехала. Можно ломать. Так, 1500 золот. Че там тебя убивают? Ой, дядь, ты ж крутиться можешь. Рвать эту сетку. Я бы умер. А вот теперь могу. Хорош. Не, я про то, что сетка рвется, если что, крутилкой. Ну, ты, наверное, в курсе. Да. Я просто думал, ты это там... Выживаешь. А ты рассчитывал, короче, у тебя калькулейтит, да, по таврам зайти, закрутиться, он затупит да. Там на Рикимару. Не, ну я не рассчитывал прям убить его, я не думал, что он попьет прям по тавр. Ну ладно. Ну ладно, раз уж такое дело, да. Так, мид-тэшку. Я стилку прожал уже, он меня не догоняет. Мид-тэшку я приходовал. Кстати, тут и Рошана сможем забрать фастово. Я думаю. Я дальше подкачаюсь. Единицы я уже качать не буду. Будем вымакшивать сейчас. Вымакшивать сейчас тройку. Чел материт меня. Ты огорчен данным сообщением, да? Да, я очень расстроился. Очень сейчас подрастроился. Неприятно, конечно. Сани. Вот Бергенсан, вот это вот самое. Все, погнали. Мне кажется, можем смело и Т2. Гоу. Т2 смело. Вот сейчас вот пойдет. Смотри, как уже пушим. Опа. А если я вот так сделаю? Оп, вот так отменил. Хорошо. А я ТП отменено. ТП отменено. Катка что-то там проиграна. Игра проиграна. Да-да. Пи-пи. Ой, рак на пудже. Сани. Нормально, это нормально. Парк отпускает агрессивный. Так, еще раз тройку даю. 25 дэмэджа на крипе. Смешной путь.
Логирга пикля, саппорт, йоу, типа пишет, саппорта нету у него, типа пик говно, типа тихо, страк. Зачем так сделать? Так, хилочка есть, дядь. Но я думаю, тэшку допинываем, да? Можем Рошана пойти после этого левел апнуть. Кстати. Сларк помогает нам. Дядь, держи сало. Отдай. Отдай сало. Так, я, пацаны, отойду пока. Сместитесь. Т2. Т2. Сместитесь, Т2. Я тройку размакшиваю. На 9 левеле уже будет замакшено. Хорошо. Рошу гол. На изи. Под хилкой. Тройку под максим. Погнали сразу Рошана. Гоу. Мне кажется, можем. Хилка. Тебе нужен левел? Хил единица. Ну, да, хил прокачивать. Бери, бери, надо. Бери, бери. Да. Просто мне 8 левел он тяжело капает. Тоже. Надо будет, мне кажется, по очереди танчить. Будем, да, танковать по очереди. Он венга шарит, молодец. Не подходи пока. Я тебе... Ну захилься, у тебя же есть хилка. Хорошо. Смотри, сейчас клепать будет, только подойдешь. Так, венга потанчила, венга тоже отходит. Хорошо. А Егис тебе, наверное. Хотя я дамажу, может мне тогда? Лучше тебе. Лучше мне, да, я основной дамагер. Если меня теряете, мне кажется, шансов ноль будет. Так, ну, мы можем даже ринуться в хайграунд сейчас, не? Или пойдем Т2, го Т2, потом ХГ. Давай все того рапа забираем просто внешне. Думаешь? Для начала. А нам это имеет смысл? Ну, чтобы все три таура пушились. Ой, три линии. Три линии. Ну, с одной стороны, да, но... Нам легче заходить так будет. Ну да, давай тогда Т2. Окей, пойдем по твоей стратегии. Там кикает пуш уже своих. Ну, мы сейчас вот этого заберем. Этого заберем. Хорош. Живешь, дядь? Хорошо, живет. Давай. Кикает пуч. Да пуч там такой же сам, его бы кто сам кикнул. ХГ. Я в ютубе. Хайскил, рак. Рак или не рак? Вот в чем вопрос. Слушай, ну... Вот так вот сделаю. Но у него допель, он с допеля прыгнет. Задиспелится. Ну пуч сейчас придет, будет выхукивать. Че, идем дальше? Ну, не знаю. У меня сомнения на этот счет. Ну, у меня тоже лютые сомнения. Без хилки, хилка сейчас пропадет. Ну попробуем, да. Попробуем, посмотрим сейчас. Давай, один раз попробуем. Если прямо оверхардово. Ката едет, блин. Нет, венге пофиг. Венга либо залагала, либо что, не знаю. Ладно, Б. Топ, го. Надо выводить их с хайграунда. Я внизу дефну, левела апну. 11 левел будет, будем еще жестче. Хорошо. Низ столкну такт. Хорошо. Там у фантома Володька, армлет у Хуска, слышишь? Жестко. Как он посмел. Так, он посмел. Но я низ толкаю. Вы там решили, да? Уже в т... Ну, блин, хреново. Я первый с одной тэш. Стороны. На экспе. Тауэр есть. Так, сделаем. Ну, я, если что, с телепортом. Но на Т2 ТП-шку я не дам. Я, скорее всего, мид толкну сейчас. Еще. Пока вы Т-шку сломаете там на топе спокойно. На топе Т-шку пока сломаете. Там, смотрите, пуч пришел. Пуджа убить, мне кажется, можете спокойно. Хорош. Вот этот персонаж кикает других. Да, чтобы вы понимали, ребята, сначала он пишет маты, что хост там такое-такое, кикает других, а сам вот так вот подставляется. Это так смешно на самом деле. Типа, ну, такой смешной, стандартный челик, выразимся так. Челик именно. Именно челик. 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 Так, ну я мид еще подталкиваю.
как раз левел имеется уже. Вы там думаете в лесу подраться, что ли? Кускар с армлетом — это проблема. Кускар с армлетом — это лютая проблема, я бы сказал. Но под хилкой, мне кажется, там можете. Иллюзии, хорошая руна. Он не переармлетит. Хорош, 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 даете. Ой, выхукался. Дядь, бегу. Я уже здесь, мид подпушивается тоже, и можем здесь спокойно ломать, плюс я еще иллюзии принес. Молодцы, что дали отпор, я как раз то, что я ходил лево-вправо, это нам очень много даст сейчас. Погнали. Найс. Я тройку не буду юзать, потому что так надо, брат. 11 бы апнуть еще, отойти. Прям еще дэмэджа больше было бы. Хотя иллюзии есть. Че, попробуем? Хилка будет скоро, да? Давайте попробуем. Почему нет? Попробуем. Дайте циркл. Кого? Цирклетка. Цирклетка. Кларетка, может? У нас запреты на цирклетки. Сегодня. Иллюзия. Блин, ну... Надо подраться, вот они сейчас лезут, и убить их. Да, и... вот надо. Ну я танчу, у меня Аега. Аега заканчивается. Что, пусть на меня забайтится? Хорошо. Хилочку только не слей, дядь. Жесть, так в упоре хилка стоит. Мне нужно выйти отсюда, чтобы дамажить. Хорошо. Ну я дерусь. Сларк еще. Сларка бью. Ты живешь там нормально все, да? Ну, смотри, он на тебя так нападает. Дядь, живи. Хорош, забрали. Опа, 11-й. Хилки есть, да, у тебя? Нормально. Все есть. Все есть. Ну, 2 на хг. Чуть побить можем, но не спушим. Вот это важный момент, чтобы вот в такие вот моменты не фидить, вот как сейчас вот, да? Задуваем крипи быстро. Хорошо. И если тэшку заберем, очень хорошо будет. Эх, глиф, блин. Го, отходим. Отходим, б. Нафиг. Надо немножко перебазироваться. Хорошая драка была, хорошая. Хилка, левела, экспа. Все отлично. С Венгой должны все. Венга на левеле должна быть еще. Венге нужно левела немножко. Вот тут сейчас можно подраться, сделать хорошую драку. Если получится, пусть на Венгу. Байтим. По-любому Хускар забежит, и мы его примем толпой. Этот Рики тут идет. И, кстати, если задуешь, он же из инвиза выйдет. Да. Ну вот тут... Блин, Рики бью. Венгу продали, да? Рикимару убьем. Хорош. Фуска. Фуска тоже убьем. Хорош. Хилка. Сала нету. Сала нету. Сала есть. Хорошо. Вот тут сейчас отлично можем грязи намесить. Вот этот фантом верхний, я в него стреляю. Он настоящий. Он тот тут. Сларк у нас в спине еще. Ну задуваем, мне кажется, сейчас должны попушить. Даю тебе хилку одну. Нажимаю тройку. Сейчас тэшка нормально будет. Кто там? БХ бегает, разминает. Сларк сфидит сейчас. Дядь, не фиди, пожалуйста. Уджа нет пока, можно побить. Че, доталова побьем? Доталова. Слушай, ну уже намного лучше. Вот. Блин. Вот этот ливер вообще не в тему. Так, Венга подошла, подстанет же, да, я думаю? Хорошо. Ай, бро, нету сала, дядь. Хилк под контре? Сможем. Найс, пушим. Блин. Почему вот он... Это так не очень, когда вот так вот ливают. Почему? Потому что у нас вроде и контент получается, да? И чел берет и ливает. Но мы выиграли, мне кажется. Anyway, тут. Все равно, да? Да. Вот, блин, пушить уже намного легче, когда есть Тракса и плюс Венжефул. Прям очень легче пушить. Да, изи, дамага есть. Ну, блин, жалко, конечно. Хотелось бы, чтобы в балансе именно. 5 героев. Ну, ничего не поделать. Не дефают, да? Ну, ГГ!
Блин, вот какой контраст, да? В первой катке вообще лютый какой-то пот. В этой катке вообще максимально изи. Я вообще этого не понимаю. Что за шодоту показывает? Симфония скилла. Надо добивать, надо добивать. Мне нельзя, чтобы ко мне подходили. Хорош. Сейчас сало будет. Даю. Блин, ЦМ-ка офигенно сюда заходит. Знаешь чем? Столько массового демеджа. Изи. Жесть. Вот если бы, мне кажется, мы первую катку пикнули так, как сейчас пикнули, была бы вот такая катка и первая. Была бы изи. Как думаешь? Да, я думаю, мы снесли бы. И я тоже, если вот на джаггере сразу бы сидел. Тоже было проще. Да. Блин, так, ну за 17 минут. Ну, в принципе, в этом-то и был смысл, что за 17 минут спушить. В принципе, в этом и был смысл. Доламываем, что делать? Доламываем. Рубрика фаст-пуш за 5 минут. И 18 минут они просто остались. Без предметов. Просто мы, блин, ну без предметов. Ну как получается? Ох, ребят, в целом у нас получается вот такой вот видосик. Не знаю вообще, что тут говорить, потому что первая игра максимально и максимально тяжелая, вторая максимально изичная. И вот такие вот качели. Ну, получается, мы сделали контент, катка без, получается, артефактов, но с расходниками. Хотя бы сапог, да, ТПшечки, кларетки, хилочки и тому подобное. Ну и тем не менее, получился вот такой видос. Писать комментарий внизу, внизу по-любому, ребята, по этому поводу. Как катка вообще, понравилась или нет. Ну и дальше будет over hard level. Это вообще полностью без артефактов. И будем смотреть, получится у нас это дело или нет. Спасибо ребятам, которые помогали записывать этот видос. Вся моя команда. Молодцы. Антонио, тебе тоже отдельный респект, потому что принимаешь участие в таких видосах. Конечно. А как же иначе? Как же иначе? Ну и будем пытаться, будем пробовать на next раз удивить более жестким контентом, ребятки. Поэтому... подписывайтесь, обязательно поставьте лайк, не пропускайте новые видосы. На этом все. С вами был Ксеназис и до скорого. Всем счастливо. Хорош. Но мне кажется, в первой катке выиграли бы, если бы так пикнули изначально, как я сейчас отсказал. А выиграли стопудово. Да. Реально, урон из ниоткуда берется просто за счет трак-сейвинги. Да.